У Верховній Раді також відбулося засідання фракції партії «Опозиційна платформа за життя». Одноголосним рішенням співголовами фракції обрано Вадима Рабіновича та Юрія Бойка. На засіданні обговорювали законодавчі ініціативи та дії, пов'язані з початком роботи парламенту 9-го скликання. Я хочу сразу сказать однозначно, что мы сделаем все для того, чтобы конфликт на Востоке был урегулирован. И все законопроекты, инициативы, которые будут на это направлены, наша политическая сила поддержит. И касательно представительства, мы считаем, что должно быть соблюдено регламент, по которому по квотам выделяются руководящие позиции в комитете, что было нарушено в прошлом составе парламента. И должен быть четкий и эффективный контроль за действующей властью. Вот это две основные задачи, которые отставят наши переговорные группы, проводя переговоры и встречи в парламенте.